Всем привет! Сегодня мы не будем играть по флеш-игры. Сегодня у нас будет наконец-то нормальная полноценная игра. Наруто, полное название игры я не буду говорить, потому что оно слишком большое, я его не помню. Давайте попробуем поиграть в сюжетный режим. Не знаю, будем проходить мы эту игру или нет, но посмотрим. Так, интерактивные действия. Что такое интерактивное действие? Ага, это понятно. Тайные факторы. За успешное выполнение ИД вы получаете звездочки. Полученные вами звезды будут наполняться в верхней части экрана. Когда шкала звезд будет заполнена полностью, вы сможете посмотреть особые сцены при помощи тайных факторов. Понятно. Ну давайте попробуем. Оригинальный сюжет и графика Масаши Кишимото. Так, это рождение Наруто, как я понимаю, да? Это свиток без имени. В нем рассказывается о неоконченной сказке. Если твое сердце прислушается к себе, возьми свиток. Так, понял. Уже началось, да? И разверни древний пергамент. Сейчас в кнопках буду путаться, капец. На джойстике просто давно не играл. Дай мне рассказать древнюю историю. Окей, не перебиваю. История, в которой говорится о ниндзя. Так, мы сейчас будем драться, да, я так понимаю? Или просто нажимать кнопки? Ну, в общем, что-то будем делать. Разработчик CyberConnect 2, что ли? Так, это у нас Мадара, издатели. Bandai Namco Entertainment. Прикольно, прикольно. Мне нравится, как начинается. История, в которой битва сменяется битвой. Так, ну я, наверное, готов нажимать, но я кнопки не знаю некоторые. Сейчас буду путаться. Так, ой, которая бушует со дня творения еще. Отсутствует. Подожди, подожди, а чё, я уже дерусь? Что-то я не понял. Чё происходит? Подожди, где я есть? Ну, смотри, здесь правда дерутся, но пока непонятно как. Это типа тренировка пока. Даже если нити создают кланы, деревни стремятся к прогрессу и процветанию. Сложно, конечно, читать и драться на время. Так, ну-ка давай, Лео. Ведь никто не посмеет остановить их, никто не сможет дать им отпор. Подожди, давайте нам читай буду пока, потому что драка вроде не влияет ни на что тут. Так, ну пока нету, можно подраться, думаю. Знаете, так, столкнувшись друг с другом, два воина продолжили свою битву. Да подожди, хватит меня бить. Я тут читаю, видишь? Господи, что происходит? Давайте друга. Ага, вот все, наконец-то мы подеремся. Потаенная техника Макутона. Пышный цветущий лес. Дзюцу призыва. Так, это лис у нас призвали девятихвостого, да?
Ага, смотри, мне уже надо что-то нажимать, да? Я кнопки-то некоторые. Ага, вверх. Ладно, будем пробовать, будем. Страшненько, конечно, немножко. Так, что дальше? Сначала нужно его обездвижить, окей. Что нажимать? Макутон Дзюсу Древянного Дракона. Сейчас мне ему управлять, да, придется? Как я не люблю кнопки нажимать, капец, в них путаюсь постоянно. Я еще не знаю, как вот эти кнопки называются тут. Так, это чё? Уничтожьте Мадара. А, требования для бонуса. Одержите победу с более чем с 50. Так. Понял, это просто такие задания нам какую-то хрень всякую будут давать. Давайте драться. Так, фон мне нравится, крутой. Мое сердце радуется в битве с тобой. Так, я понял, дружище. Я пару битв так поиграл, поэтому... Так скажем, не будем убить. Ой, чё происходит? Это жесткая какая техника была. 59 ударов. Так, штурм великой обороны. Я, кстати, еще пару достижений получил, пока в тренировке дрался. Так, ну-ка, подожди, куда влетел? Ага. Бей его. Ну-ка, подожди. Ага. На тебе в спину. Давай мы ему что-нибудь такое жахнем, прям жесткое. Так, ну ты у него, кстати, ух, ё-моё. Сусана. Ну-ка, иди-ка сюда, Сусана. Хотя я что-то очку, конечно, не нравится. Ё-моё, ты что гонишь? Что это за эти удары на пол карты? Подожди, дай я тоже какую-нибудь хрень такую прислал. А, все, ах ты тварь. А, только не говори, что это все. Да подожди, ты, я не могу читать и техники, и твой текст. Ага, смотри. Освободился, я ему, значит, подбил хп столько, чтобы лист освободился. Ханил Женели, ты думаешь, что дерево меня остановит? Постой, это. Что это? Нет, надо взять. Да куда ты трёшь? Я смотрел видео. Как у меня достал жарить-то уже, а? А где клинки? Ага, понял, вон. Давай вставь, хорош валяться. Уйди, чё у тебя за огонь такой жесткий? Куда ты прям в огонь-то пошёл? Чё происходит, я ничего не понимаю. Давай, завали его, завали. Давай быстрее клинки. О, хорош, по лицу, где клин? Ага, я иду. Подожди, мне, что надо делать-то? Я на Б нажимаю, но он уходит, или мне удержать можно? Ну-ка, на тебе, по щам. Может, мне его завалить можно? Так, ну он вроде страдает, но... Да ты угораешь опять. А я чё, к нему подойти не могу? В чем дело, нервничаешь? Ты чё-то не особо... Чё это было? Подожди. Ё-моё, тут надо уже опять кнопки нажимать. А, вот это А, да? Я понял, А. Так, пошла заставка. А чё, я бить могу, да? Понял. Тут непонятно, когда тебя можно бить, когда просто видео делать, когда что вообще происходит. Так, где я есть-то? Давай я пойду к той хрени, пусть он его бьет пока там. Так, дружище, уйди от меня. Да дай клиночки-то возьму. Я его сейчас завалю. Да. Так, есть все. Я взял ту хрень. А теперь гори, да? Все. А че, у Сусану пропал? Получите мечи, я получил мечи. Че дальше? Так, у него вторая полоска, да, хп, я так понимаю. Тут я жахнул. Да уйди от него. Так, ну у них радиус, кстати, здоровый, вроде как. Да ты достал всем Сусану. Ну-ка. Ё-моё, по три уже, блин.
ты куда-то? Я просто шпрыгнуть нажал, дружище. Ну, куда ты полетел? Ты? Хорош, вали, отставь. Так, тихо. Сейчас огонек, да? Что весело тебе в следующей чаще тренироваться. Иди сюда, чем огоньком тренироваться. Да хорош ты. Вставай. У меня сейчас хп уже меньше, чем у него, блин. На тебе, друга. На. Как тебе такое? Блин, с этими мечами чуть не особо удобно драться. Хотя они, конечно, полезненькие. Я не могу, да, к нему подойти. Ну, ё-моё, почему не могу к нему подойти? Так, по три. Потом вот эта хрень. Так вот опять ты на эту штуку прыгаешь, дурачок. Ты меня достал. Ну, подпрыгни нормально. Так, огонь, 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 огонь. Ну, давай, 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 бей его, бей, бей, бей. Долби, долби. Хорош, хорош, хорош. Ой, хорош. На тебе еще. Ага, что-то нажимать надо. ББ это где бы? А, ББ. Понял, понял. А, Б здесь. Все, нашел. Ну-ка, иди-ка сюда, Мадара, друган. Так, я у него что-то поломал, да, защиту его? Так, допустим. Ну все, друган, ты сдох. У меня, правда, меньше 50. Тихо, куда? Меньше 50% хп, я не получу эту хрень. Хрена себе вот этот меч. Так. Сейчас надо будет прыгать, да, наверное, по плитам, по всяким. Опять кнопки нажимать, нет? Нет, пока деремся, хорошо. Так, ну все, там ему осталось еще буквально на пару ударчиков. А у него, смотри, хп не отнимается, нельзя убить. Значит, что сейчас надо будет делать? Он куда-то убегает, блин. Или что он делает? Что он делает, я не пойму. Я ничего сделать не могу. Так, заставочка. Девятихвостый. Мне сейчас с ним надо драться будет, да? Нет, девятихвостый. Так, а Б здесь, я понял, все. Сейчас пока. Атакую. Сейчас мне уворачиваться надо будет, да? Так, куда, куда? Б. Блин, звездочек мало собрал, конечно. Не люблю эту хрень, лишь она просто. Ну, хотя бы отразил, то хорошо. Так, это что такое? Ага, дальше что? Блин, ты что хрен поймешь, откуда что появится? Так, у нас вот горы полетели, да? А, смотри, это еще один ход. А, не, что это такое, не пойму. Так, это у нас лис в броне Сусана. Хвостатый зверь из Сусана. Думаю, мы уже разогрелись. Что скажешь? Вполне. Ну погнали, сейчас будет большая драка больших дядь. Так, давай, чё? Мы так будем драться или кнопки нажимать? А, результат боя Б. Ага, то есть все. Да? Или что? Или как? Или где? Так, уничтожьте девятихвостый. Сусану, понял. Ага, смотрю, ой, как прикольно. Вот почему я никогда не перестану с тобой биться. Вот это я понимаю, круто, а? Ну-ка, давай ему какую-нибудь хрень. Ничего себе, он прыгнул. Пришло время узнать, что, кто сильнее, Мадар, твой девятихвост или он деревянный голем. А, это деревянный голем, вот что это за хрень. Так, я вообще не понимаю, что происходит. Ну, что-то вообще, я не знаю, все горы, деревья, все летит. Ну-ка, втащи лису. Все летит, все сверкает, я вообще ничего не понимаю. На тебе, по спине, или,
по хребту почему-нибудь там. Ё-моё, сколько у него жизни, посмотри. У него полоски там оказывались. А я такое видел. На тебе еще по спине дружище. Так, он что-то отпрыгнул, сейчас что-то будет, да? Да-да, сейчас что-то будет. Что теперь... Что ты теперь будешь делать, Хэшрам? Куда-то... Ага. Уклонился. Вот это А. Понял. А, забываю АБ. АБ путаю. Так, ладно, все, беремся опять. Ну-ка, втащи. Втащи ему. В смысле? Чуть не падаешь? Я тебя бью, блин, пофиг. Так, тихо, подожди, ну-ка. У нас чакры нет, я не хочу биться с тобой, ты мой друг. Ну-ка, давай ему по-дружески втащим чуть-чуть. Что происходит? Ты чё? На тебе. На ещё. Ой-ой-ой, тихо. Хорош, три штуки. Что жестко было. Давай, полетели к нему. Не-не-не-не, опять он кидает своими бомбами. Так, ну и хотя бы три штуки, в принципе. Чуваки, вы всю землю разнесли, его в курсах. Чё, куда-то улетел. Да хорош. Ай, прыгни. Он в горе застрял, по-моему. Ну чё ты к нему не летишь-то, я не знаю. А, вот он прыгнет. Не допрыгнул чуть-чуть, мальца не допрыгнул. О, хорош, прямо на него. На тебе. Да подожди, хорош гору бить. Хорош. Ну уйди. Блин, ничего не понятно вообще. Так, ну я ему по лицу, по-моему, прям бью, да? Неплохо, Хэшрама. Уничтожить одну из задних рук Сусана. Но мы еще не закончили, ё-моё. Тут надо было еще руки, можно было валить ему. Так, я теперь, наверное, могу его поднять, да? У меня как раз будет какой-то меч или что-то типа того. Ой, тихо, что это за хрень пошла? Он мечом своим начал рубить, да? Да, мы на него еще разочек прыгнем. Чё-то я не понимаю, я его пробиваю или чё? Мне, короче, надо меч, я так понял, взять, да? Но меня что-то к нему не пускает. Да хорош, дай меч возьму, братан. Чтоб честно было. Нет, у него хп отбавляется, значит, пока можно его и так бить. Это чё пошло сейчас такое? Тут дай меч возьму. Ага, вот хорошо упрыгал, дружище. Я бегу за мечом, подожди, сейчас мы с тобой подеремся. Б, подожди, как Б, это. Ну. Ой, сейчас я сдохну, я не успею подойти и побить его. Или успею. Давай. Так, ну я что-то сделал. Хорошо. Успел подбежать. Да я меч возьму-то, дружище, ну. Давай ему прям по хвосту по его. Давай ему второй меч попробуем. Нет, надо по-любому взять меч, потому что что-то как-то слабенько все идет. Вон он меч все. Так, он опять свою хрень начал пулять. Где я не вижу меч? Да где он есть-то, ё-моё? Я его пробежал или что? Что-то... я понял. Ты поражаешь меня. Что там? Я его, короче, Сусана, по-моему, поломал чуть-чуть. Ну-ка, нафиг, дружище. Ладно, забьем на этот меч. Пока что. На данный момент.
Нафиг. Так, что-то он какой-то злой стал. Опасный парень. Вот, вот он, наконец-то. Все. Вот, сейчас что-то будет жесткое. А, он киданет. Он как копье сделать? Я думал, он типа будет убиться. Ничего себе. Ничего, и все? Я думал, у него, по-моему, даже хп не отбавилось. Это что такое? А, это не уворачивается на него. Так, ну, а, блин, вот это плохо, я что-то нажал. Б. Так, АБ, все, АБ. А, правая АБ, левая. Не путаем. Чё, я его за хвост держу или он меня? А, крутим. Все, я закрутил, пацана, все. Еще крутить. Ты чё гонишь? Я кручу его как могу. Да хорош еще. Сколько его можно крутить? Ну вот это я не успел. Б. Так, левая Б. Надо запомнить левая Б, правая А. Все. Постоянно их путаю чего-то. Слишком мало времени, чтобы обдумать. Все, он сдох, наконец-то. Так, ну у нас звездочка есть. Это же максимум, да, что я могу получить. По идее, как. Так, он что-то он разозлил. Ой, ё-моё, это еще не все. Он еще хочет сражаться. Ты не оставляешь мне выбора. Да, давай. Так, искусство отшельника. Мокутон. Истинная тысяча рук. Сейчас статую, по-моему, с тысячу рук появится, да? Или что? Ну да. Деревянно. Тогда жесть, конечно, происходит тут. Б. Нажал Б. Мадара, сейчас этот его имя заорет. Хаширама. Ну да, как я и говорил. Так. Все, да, больше ничего не надо нажимать. Б. Я жму Б как могу, жму. Давай. Наверное, будет слышно звук, как я нажимаю на джойстик постоянно, но я думаю, не так страшно будет. Что происходит? Как фейерверк какой-то. Ага, тайный фактор активировали. Показывают фото. Как они в детстве дружили. Ага, теперь они вырвались из своих этих хреновин. Чё нажимать? Б. А, блин! Надо было, чтобы она... Я понял. Я тупанул, да. Так, ну наконец-то... Ну, так скажем, пролог. Это бой никогда не закончится. Наконец-то мы этот пролог посмотрели. Ниндзя все равно продолжает сражаться. Тут вот в заставке типа намек: Саски это Мадара, Наруто это Хаширама. Ведь они дерутся за то, во что верят. Они следуют истинным путем. Результат боя опять на Б. Ну, на четверочку, как я понимаю. Или на троечку, подожди. Тут просто есть S. Ну ладно. Так, давайте далее. Цель битв. Открыто достижение. Одержите победу. Ну, да, опять не сделал 50 хп. Чтобы... Ну ладно. Точнее, не менее
50%. Так, таблица эпизодов. Эпизодические главы и боевые главы. На карте событий выберите главу и эпизод, в который вы хотите играть. Существуют эпизодические главы, которые начинаются с ролика, и боевые события, которые начинаются с боев. Сами эпизоды также делятся на события, в некоторых из них есть две сюжетные линии, которые необходимо пройти, чтобы завершить главу. Пройденные главы и бои можно проходить повторно. Так, понятно. Значки, которыми отмечаются боевые главы, означают следующие. Бой с боссом, свободный бой, массовый бой, ничего себе, даже массовый бой, важный бой. Важный бой — это комбинация свободного и комбоев. Так, выполните требования для бонусов. В сюжетном режиме существуют задания, которые необходимо выполнять во время боя, чтобы получить сокровище ниндзя. Если вы нажмете Y во время выбора эпизода с боем, вы сможете узнать условия получения бонуса. На экране карты событий нажмите «Старт», чтобы просмотреть список предметов. Сравните награды с предметами, которые у вас есть, и отправляйтесь на поиски необходимых вам сокровищ ниндзя. Ох, как я устал читать, сколько тут много всего. Так, постарайтесь поставить рекорд. При помощи результатов карты событий и общего счета сохраняются ваши рекорды, которые ваш рекорд обновляется. А, когда ваш рекорд обновляется, результаты карты событий тоже автоматически обновляются. Постарайтесь победить свой рекорд. Так, открыт новый эпизод. Теперь вы сможете играть в следующей главе. Понятно. Предполагаемое время игры 13 минут. Завершен сюжет 2%, завершено ранг. Ясненько. Так, как тут что выбирать? Ага, вот. В следующей главе знакомство с главой двух... Что-то там. Предполагаемое время игры 1 минута. Странно. Так, ну давайте посмотрим, что здесь. О двух несравненных войнах. Это, наверное, опять какая-то история будет. В следующей главе. Итак, время шло. Но кольцо битвы разорвать не удалось. И когда злость и жестокость в мире ниндзя нарастали, две тени ступили на путь. Что они найдут? И к какому новому пути придут? В следующей главе два несравненных воина. Мир не будет уничтожен, будет уничтожен. Это типа спойлеры, да? Такие. А, круто. Так, открыта новая глава, теперь вы можете играть. Ага, в два несравненных воина. Крутые спойлеры. И круто то, что я посмотрел вот этот минутный... Подожди. Минутный эпизодик, и сюжет у меня завершился еще на 1%. Так, смотри, это что у нас? Ниндзя дают бой за маской. Два несравненных воина. Это я за Наруто буду играть, да, я так понимаю. Это за Саски. 8 минут, 7 минут. Так, понятно. Интересно, кстати, сделали так ответвление. По-моему, в прошлой части такого не было. Ну, давайте, наверное, на этом мы пока закончим. Не знаю, будем проходить дальше, нет, посмотрим. Спасибо всем за просмотр, пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube-канал, и всем до встречи, всем пока.